Всем привет! В этом видео я расскажу, как и где найти личинок. Для начала нам понадобится лопата. Чтобы сделать лопату, нужно всего лишь навсего одна веревка, два ростка и одна скорлупа желуди. Желуди в большом количестве можно найти по тубам. Их просто разбиваете молотком, и все, и осколки вам падают. Создав лопату, в принципе, там же под дубом можно найти очень много личинок. Вот такие вот подземные черви, как дрожь земли. Если вы увидите, это и есть личинки. Просто берем лопату. Так, где он тут копался? Так всегда только лопату взял и сразу. Вот он. Просто копаем, и вот она личиночка. Вот и все. Все очень просто.